Привет, вы на канале G & Rose, и сегодня мы нарисуем милые вишенки, которые можно подарить лучшему другу или подруге. Для начала рисуем два шарика, примерно таких размеров, и второй рисуем немножко выше прежнего. Теперь отсюда наверх веточку, соединяются они в одной точке, и листики рисуем вот таким образом. Они рисуются легко, одна дуга. И вторая. Сами вишенки и листочки будут как живые, у них будут личики. Поэтому рисуем здесь глазки и счастливый ротик с язычком. На другом листочке может быть эмоция поцелуйчик. Здесь прикрыты от смеха глазки. И обратите внимание, они не ровно посередине, потому что вишенки будут смотреть друг на друга и друг другу умиляться. И, кстати, можно нарисовать ручки. Они держатся друг за дружку. Также для красоты можно нарисовать вишенкам блики в виде звездочек. Вот так. И на этой вишенке тоже. Теперь берем зеленый фломастер или маркер и начинаем наводить нашу веточку. Листики. Черным тонким линером или гелевой ручкой наводим глазки, ротик, язычок и закрашиваем ротик. Также с этой стороны наводим глазки и ротик. Язычок закрасим розовым. Далее обводим наши вишенки. Вы можете выбрать красный или розовый для этого. Также обводим блики, язычки, очень аккуратно. И теперь черным линером или гелевой ручкой наводим глазки, ротики. Закрашиваем ротик. И эти глазки вот так наводим, чтобы точки хорошо было видно. Также выделим ручки. И показали, что они друг за дружку держатся. Закрашиваем листики. Сначала мы нарисовали личики черным и подождали, пока высохнет. Потому что если бы мы сразу закрашивали, все было бы размазано. А так уже черный подсох, и можно не бояться этого. И сам контур тоже можно еще раз навести. И осталось закрасить вишенки. Надеюсь, тут тоже уже хорошо подсохли глазки и ротики, чтобы не размазать рисунок. Сейчас я закрашу и покажу вам, что получилось. Видите, ребята, немножко смазался рисунок. И чтобы у вас не получилось так, как у меня, такой же фейл, просто дайте подсохнуть минут 15, наверное, или 20, а потом уже закрашивайте. И пишите ваши пожелания в комментариях, что вы еще хотите, чтобы я для вас нарисовала, чему бы вы хотели научиться. И не забывайте ваши лайки и подписывайтесь, конечно же, на канал. Всем хорошего дня и до скорых встреч!